Недавно стало известно, что конкордский виноград может блокировать повреждение ДНК грудной клетки, прежде всего блокируя связывание канцерогенов с нашим ДНК. Также миндаль и брюссельская капуста могут защищать ДНК от повреждений, стимулируя восстановительные механизмы нашего ДНК. В организме каждого человека есть фермент, чья единственная цель — это путешествовать по нашему организму и делать дыры в нашем ДНК. По мере того, как мы стареем, в нашем ДНК образуются трещины, настоящие пробелы в наших хромосомах, которые могут быть одной из причин возникновения рака, отказа органов по возрастным причинам. Мы уже знаем, что употребление растительной пищи способно защитить наш ДНК, а животных продуктов, как я уже говорил в своих обзорах, наоборот повредить. В этом году исследователи из Словакии измерили общее число повреждений в ДНК среди вегетарианцев в сравнении с мясоедами. Под началом доктора Крайцовиковой они подсчитывали трещины в ДНК среди мясоедов и вегетарианцев в возрасте от 25 до 65 лет. Как вы видите, у мясоедов уровень трещин в ДНК резко возрастает по мере их продвижения к средним годам. А вот данные для вегетарианцев. Обратите внимание на две вещи. Линия возрастания не только более плавная, меньше повреждений ДНК с годами. И у вегетарианцев в возрасте 65 лет ДНК как у 25-летнего.